Это что, утренняя тренировка? Он, видно, давно там сидит. Но он такой большой, что он даже и не звонит. Да. Смотри, красавчик. Ахоньки-махоньки, толстый лодочек. Ага. Ну вытаскивай, что ты его? Ты ж вытаскиваю, понимаешь, подсак, конечно, надо было взять. Да ладно уже, потихонечку его бас-бас. Ну вот вариант, почему бы нет, да? Доброе утро. Доброе. Друзья, вы на канале «Все для клёва». У нас сегодня утром начинается наш первый семейный рыбацкий турнир, в котором мужья делают все, что нужно по рыбалке. Забрасывают удилища, мешают прикормку, наживляют червя, опарыша, неважно что. Все делают. Находится с подсаком, а жены вываживают рыбу. Сейчас начнется уже регистрация. Осталось где-то минут 20. Народ собирается, сейчас он кофе пьет, чай, умываются. Еще немножко и начнем. Так, ну что же, Кирилл, скажи, какое еще твое любимое число? 5. 5. Вверх или вниз? Вверх. Все, значит, начинаем тогда с 5 номера. Леонид и Светлана, пожалуйста, подходите и берите свой номерочек. Счастливый билет. Счастливый билет. Итак. Четыре. Четвертый. Хорошо. Дальше. Игорь и Галина. Твикс. Я. Нет, не Игорь и Галина. Да нет, он вверх. Он же сказал, нет. Кирилл Андрей сказал. Андрей и Кирилл. 5. А, правильно. Андрей и Кирилл дальше. Да, да, да. Следующий Андрей и Кирилл. Да, все правильно. Андрей Кирилл. Долго. Один бери. Да, да, все, все, один. Давай, какое число там? О, любимый. И пятый, и пятый. Так, Игорь и Галина. Да. Давайте. И вот скажи, что не подтусованы. Все самые почетные места распределили. Надо приезжать было с вечера. Семь. Я тебе сказала. Так, куда кидать? Не, папа уже... А, нет, баунти, баунти, баунти. Денис, Татьяна. Один. Один. Первый сектор ваш. Это под Одессой. Да. Куда кидать? Берите. Сейчас узнаем, куда. Шесть. Шесть или девять? Опа. Ага. Куда? Привет. Где точка? Это девять. Девятка, ну все. Да, ну все, да. Это надо было точку поставить вообще-то. Ну, ладно, все уже, хорошо. Так, теперь идем вниз, да, торнадо. Теперь торнадо. Павел, Татьяна. Ну да. Тяни. Все, да. Давай. 8. Бесконечность. Прекрасно. Это а дискотека, Максим и Руслана. Да. Это рядом мечта твоя была? Да, наверное, с вечера, да. Да, мы так и сидели. 9, 6. Отлично, все. Супер. С вечера договорились. Ага, здесь все. Что, рыбацкая беседка. Рыбацкая беседка. А, их нету. Они же, да. Они же вчера Матвей, сильно Алина, поздно разговаривали. Да. Матвеев и Ко. Да. Да. Ты не ты? Далее, давайте. Двоечка. Значит, значит, осталось две. Откуда мы начинаем? Значит... Значит так, внимание, значит, итак, еще раз напоминаю всем правила. Самое главное правило, это мы ловим на один крючок. Второе, вытаскивает оснастку с воды только жена или Кирилл. Кирилл может бегать у всех. Что-что? Кирилл будет у всех бегать. Дальше, всю рыбу ложим в садок. Садок должен быть трехметровый. По сигналу начала тура можно начинать кормиться,
Можно не кормиться, можно сразу забрасываться крючок, но в озере должно быть одно удилище. То есть, если вы хотите закормиться, значит, сначала нужно вытащить свою оснастку, а потом забросить там, например, какую-то ракету или закормочную кормушку. Понятно, да? То есть я руками буду шары бросать. Шары с руки, пожалуйста, с руки, пожалуйста, кидайте шары. Это разрешено. Использовать любые оснастки, пожалуйста. Макушатники, хотите толстолоба ловить на поплавок, ловите, но только с одним крючком. Хотите кидать фидерные оснастки, пожалуйста. Никаких ограничений в этом нет. Но главное правило, вытаскивает удилище или Кирилл, или супруга. Это главное правило. Значит, если будут какие-то нарушения правил, значит, будет одно предупреждение и второе... Дисквалификация. Спасибо, что подсказали. Не хотел говорить этого слова, но я скажу его. Да, дисквалификация. Четко все понятно, да? Все, по сигналу заканчиваем рыбалку. Если рыба вытащена после сигнала, она в зачет не идет. Сигнал, сигнализация машины. Вопросы. Вопросов нет, расходимся по секторам и начинаем подготовку. Во сколько начало? В 7 часов начало. Времени очень мало. Все будет... Нет. После сигнала делайте, что хотите. Закормы, не закормы. Так, Андрей, команда «Рыбацкая беседка». Да. Тяните. А что где? Вот здесь, да? Номер 3. Да. Все. Ваш третий номер. 1, 2, 3. То есть, в принципе, недалеко. Это какой? Это 4. То есть, вот здесь где-то? 4 или 5, посмотрите. Кирилл, ну ты знаешь, что ты до конца должен пробыть этот тур? 5 часов рыбачить сможешь? Точно? И не устанешь? Рыбу тащить не устанешь? Что, сил у тебя есть? Сейчас кашки, сейчас как съешь, да? То все, сразу все станет хорошо, да? Кушай, даже некогда что-то сказать. Нет, как раз времени мало. Правильно, правильно, правильно. Давай, кушай, кушай. Все. Приятного аппетита. Спасибо. Так. Все уже начинают колдовать над своими прикормками. Со своими моментами, нюансами. Так. Игорь что-то режет, что-то режет. Так, болики что ли? Да. Ага. Игорь, все-таки будешь ставку ставить на что? На карпа, карася, толстолобика? Не знаю. Женский турнир. Женский турнир, да? Мы будем ловить все. Все, да? Угу. Ну, хорошо. Отлично. Хочет всего. Доброе утро. Доброе. Так, ну что, Макс, ты на что собираешься? Какая шикарная. Да, шикарно, шикарно. А, ага. О, хорошо. Слушай, скажи, на какую рыбу ты планируешь ловить все-таки? Карась, возможностью карпа. Ага, то есть основа карась, но с возможностью поймать... Гороховые гранулы. Ага. С горохом. С горохом, да? Крупный. С кукурузой, да? Угу. Отлично. Это у тебя прикормочная, да? И 2 основных удилища. Угу. Понятно. И прикормочная тоже уже на дальности какой-то уже выставлена? Да, я уже все выставил. Все выставил, да? Еще вчера? Да. А тренировка была где? На этом месте или где-то другом? На пятом, рядышком. Прям не рядышком стоящий. То есть, получается, по сути, у них уже прикормлено на вашей дистанции? Не, мы не прикармливали особо. Понятно. Все, крючки, поводки, все готово у вас? Да. Вы готовы побеждать? Конечно, готовы. Еще целый час будем сидеть, курить бамбук. Не, сейчас еще мясо жареное будет. Ага. Если хотите. И будут эти плацинды эти. Лаваши. Лаваши, да. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Команда? Шарпхук. Шарпхук, да? С Кириллом, да? Да, с Кириллом. Скажи, пожалуйста, на что ты планируешь сегодня ловить и какую рыбу предпочтительно? Ну, так как у меня маленький сын, то придется маленькую рыбу ловить. Большую можно
сорваться, поэтому больше расчет на маленькую. Угу. Фидерная оснастка, каша и все как обычно, червяк, опарыш. Может кукурузка там будет пробовать, на что будет понятно приходить рыба. То есть, по сути, будет ловить карася с возможностью... Ну, плотву, ну, карася, если, да? Конечно, маленький карпик зайдет, то посмотрим, как справится с ним Кирилл, и дальше будем делать акценты уже, может, и на карпа. Как ты вообще решился взять все-таки 5-летнего сына в этот тур? Это вообще, ты считаешь, он сможет справиться? Ну, мы просто 2 месяца назад примерно ездили на рыбалку, и он уверенно брал удочку, держал ее, да, может, ему было на речке тяжело, потому что там груза побольше, но уверенно... Конечно, выматывал, может, там на 30 секунд дольше, чем я, но выматывал, доставал карасей, поэтому надо закалять детей, а что делать? Скажи, а если вдруг зацепится какой-то большой паровозик, что будешь делать? Обрывать поводок? Или будешь... Объяснять будем ему. Как вытаскивать? Как вытаскивать. Это будет интересно, да? Я ему, конечно, провел сразу пару моментов, но будет видно. Не, еще есть момент... Будем использовать фидергам на всякий случай. Ага. На него я пробовал. В принципе, 1,5-килограммовые карпы достаются даже без фрикциона. Поэтому... Спокойно, да? Да. Есть, ну, такой шанс. Хорошо. Все, добро. Илона, доброе утро. Доброе утро. Андрей, куда пошел? За остальными принадлежностями для рыбалки, так как у нас их очень-очень много. Ага. Всякие штучки, секретики и все остальное сейчас будет нести сюда. Ага. То он переживал, что ему далеко нести. Ну да, у нас самый последний наш лагерь, но пока сейчас сюда все донесем. Ну, в принципе, в 7:30 начало, поэтому у вас там еще есть... Успеем, да, успеем. Да, потому что я сказал в 7, а на самом деле в 7:30 по регламенту. Ничего, нормально, все успеваем, потому 45 что... минут еще есть. Сейчас все будет у нас. Да, вы уверены в своей победе? Естественно. Да, только тихо, да, нельзя спугнуть. Правильно, правильно, правильно. Ночью очень много плескалось, ну... По идее, если она так плескалась, то хоть что-то мы должны поймать. Да, по-любому, по-любому. Плескалась, да. Очень классно. Как вам третье место? Нормально, хорошо, все? Нормально, все отлично. В принципе, как и у всех, да? Да, тут главное, чтобы она пришла. Ну да. Плыла, плыла и пришла. Ну да. Хорошо, добро. Так, на втором месте у нас Дмитрий и Наталья, правильно? Наталья, доброе утро, да. Доброе. Да, расскажите, пожалуйста. О себе? Да, почему бы нет? Расскажите, пожалуйста, о себе. И все, и заставил. Это очень интересно. Скажите, как вы пришли к рыбалке? Муж привез. Муж привез, и все, да? Сказал, что без тебя никак. Так, и вы сказали «да». Невозможно сопротивляться просто. Угу. Понятно. Значит, смотрите, друзья мои, какая хитрая оснастка. Давай, а ну расскажи про нее. Все очень просто. Хотим выиграть на количестве закорма. Стандартный бицеп карася, но по правилам один крючок. Ага. Поэтому 2 мы аккуратненько удалили. Так. Но каша будет на всех. Смотрите, как все мудро сделано. Слушайте, это же надо же такое. Вот. Взял специально, снял. Колхоз. Да. Один крючок оставил. Ну, посмотрим, как оно будет. Это будет самый выигрышный вариант. Я так тоже думаю. Но на всякий случай фидер связан. Ага, фидерочек, да? Понятно. Резервный. Хорошо. Смотри, как он придумал, а? Прикормка такая тяжелая. На пружинку. Для пружинки, да-да-да. Чеснок, клубника. Попытаемся сделать такую связочку. Чеснок, клубника. Да. Понятно. Там посмотрим. Красавчик. Ну, удачи вам, ребята. Спасибо. Нельзя желать удачи. Нельзя желать удачи, но я поэтому специально молчу. Так, Денис и Татьяна на первом месте. Первое место, значит, первое — это победители, правильно? Так, классическая оснастка, отводик, поводочек, крючочек. Так, скажите, пожалуйста, какие у вас сегодня секретики? Как вы будете планировать ловить? Вы сможете вытаскивать всю рыбу? Все нормально? Без проблем. Вообще без проблем, да? Да. А кто в вашей семье главный рыбак?
Татьяна. Кто? Татьяна, конечно. Сегодня. Таня, да? Ну, правильно, в принципе. А как по-другому? Правильно? Хорошо. Какие у вас планы на рыбалку? Что вы планируете сегодня ловить? Все, что будет клевать. Ну, вообще, а в основу что вы хотите поймать? Карася, карпа или плоту? Скорее всего, карася. Карася, да? Да. На него вы будете ставить ставку, да? Да. Понятненько. Хорошо. Хорошо. Прекрасно. Шикарно. Садок уже закинули? Нет, еще. Угу. У нас примета такая, не закидывать. Пока что? Первой рыбы не будет. Не, ну, все-таки по правилам соревнований нужно его, чтобы оно уже там стоял, да. Зачем потом хорошо. Это? Чтобы, во-первых, надо, чтобы я посмотрел, что он трехметровый. Три с половиной. Три с половиной. Ну, все. Вот он, да. Ну, все. Красавец. И перед самим соревнованием я проверю, чтобы в нем нет рыбы. Это тоже очень важный аспект. И это один из пунктов правил. Ну, конечно, да. Да, проверки, что в нем нет рыбы. И с этого начинается все. Давайте, чем вы больны? Я болен рыбалкой, да? Так, ну, все по-взрослому. С диппером. Сейчас проверит, где тут что, где тут как, да? В начале третьего или в конце. Да-да-да. Так, Леня тут что-то ищет, колдует. Я выбираюсь на шоу ловить. На шоу ловить, да? Думаешь? Да, хочу. У меня все тут. А это не сильно тяжелая будет кормушка? Хотя, в принципе, там ила нет, да? Сколько там грамм? 120. Ого! Ну, это с речки осталось. Ага. Буду пробовать. Не, ну там полегче есть кормушка. Это такая... Короче, ты еще пока не определился, да? Не, я выбрал себе пару снастей, которые... А это так... Ну, это, в общем, будет, это примерно будет фидерная оснастка, да? Ну да, фидерная. Угу. Понятно. Хорошо. Мне было два крючка. Не, один нужно оборвать. А вопрос, вот тут вот стоят бутылки, то сетка. Вот я не знаю, что это такое, честно говоря. Я вообще не в курсе. Ну, быстрее всего, что сетка какая-то натянута. Если сетка, конечно, она будет отпугивать. Вот особенно для вот этих вот... Но я не думаю, что они туда закинут, во-первых. Скорее всего, что... Один, вот второй, вот так. Может, они ставят, знаете, как ставят метки, и куда потом ставят сетку. Возможно. А может, действительно сетка. Сейчас приедут тут администрация, но она все равно будет заплатить за аренду наших мест. То я у них уточню, что это такое и с чем его едят. Угу. Расскажи что-то. А что рассказать? Красота. Расскажи анекдот какой-нибудь. То вчера было много разговоров, да? Да, про орлов, которые низко летают. Да, и про баранов, которые не должны летать, да? Да. Расскажи, что за прикормки у тебя? Это фирменная ваша. Не говори. Так, так, так. А, это карась с чесноком. Угу. И попробуем что-то. Угу. Опарик, червяк. Понятно. На фидер, да? Да. Будем фидерить. Фидерить. У тебя одно удилище, а второе запасное или что там? Ну, там этот самый флет стоит. Я не знаю. Посмотрим. Угу. В процессе. Сначала карасятину наловим. Понятно, понятно. Сейчас вы в краю зоны. То есть вы можете кидать вправо неограниченно. Вы поняли, да? Ну да. Ну вы готовы побеждать? А то. Готовы. Вот апартаменты для рыбы готовы. Ага, ну все. Люкс четырехкомнатный. Да, и место у вас шикарное, прямо под деревом. Тенечек обеспеченный даже в середине тура. Потому что солнце все-таки будет вставать и будет все-таки уходить тень. А у вас будет тут идеальный вариант. Да, нам повезло с местом. Да? Так, сейчас еще кусочек мяса горячего, да? И будет вообще с шикарно. Доставкой. Да. Ну все. Ты уже готов? Да. Полностью? Да. Ну, молодец. Что пьешь? Компотик? Да. Это компот чемпиона? Да. А кроме слова «да», ты еще что, умеешь что-то говорить? Да. Да, расскажи, как тебя зовут? Откуда? Кирилл, откуда ты приехал? Из Одессы. Ты там живешь? Да. С папой и мамой? Да. Понятно. Чем ты занимаешься? Я? Да. Ну, я там сплю иногда, иногда мы играем дочки матери, еще что-то делаем. А с кем ты играешь в дочки матери?
то с сестричкой, с друзьями. Угу. А чем ты увлекаешься? Увлекаешься? Да. Спортом каким-то. Что-то папа подсказывает. А каким спортом ты увлекаешься? Футбольным. Да, ты в футбол играешь? Да. И что ты, нападающий или вратарь? Кто ты? Или защитник? Я? Да. Вратарь. Вратарь? Ага, понятно. И что, ловишь мячи? Да. Голы тебе забивают? Нет? Что, ни одного гола тебе не забили? Ух ты, елки-палки, молодец. А еще чем ты занимаешься? Еще? Да. Рисуешь, поешь. Да, я рисую, пою. Поешь? А ну, да. Спой что-нибудь. Сейчас придумаю. Давай. О, придумал. Давай. Нет, это не то. О. Давай. Приехал рыбак на рыбалку, ловил он рыбу и одну споймал. Все? Да. О, это серьезно. Хип-хоп. Наш шведский стол. Сейчас уже на подходе. Солнце мое, расскажи, пожалуйста. Как тебе сегодняшнее утро? Прохладненько, свежо. Так. Воздух свежий, настроение хорошее. Уже перекусили, сейчас еще чаек попьем. И? И можно будет уже расслабиться. Ты как главный судья, ты должен вообще тут сидеть, вообще-то, честно говоря. Расслабиться он забрался. Наоборот, у тебя напряг уже начинаться должен. Нет, напряг должен быть у тех, кто ловит. Да, потому что ты будешь контролировать их-то? Я не буду контролировать, я буду просто... Созерцать? Отдыхать. Балдеть? Да. А, то есть ты хочешь возложить половину обязанностей на меня? Как почему помощника половину? Главного судьи? Почему половину? Все? Все? Начинаем! Все, первый пошел. Второй, ага, червячочек. Ага. Есть. О. Там даже вон церковь, даже вон звоны, звон церкви, видите? Слышите, да? Дима, что там, нет еще рыбы первой? Дима, куда кидать, Дим? А хоть куда кидайте, все равно торнадо чемпион. Ну да. Так вот. У нас да, торнадо. Все как положено. Понял. О-о-о. Это вам не все для клевого. У нас. А, кепка все для клевого. Дублируется, да. Да, да, да. Да, и даже на чемодане написано, что все для клевого. Да ладно. А ну. Где там у вас на чемодане написано? Есть. О, круто. Молодцы. А то как же. Что, где первая рыба? Ждет нас. Ждет? И мы ее ждем. Ну ты правильно хорошо закормил, молодец. Кушает. Еще пока что. Это шрам. Все из-за лени. Все из-за лени. Ну лень — это же двигатель прогресса. Это признак интеллекта. А. Как я недавно прочитал в интернете. Лень — это признак интеллекта. Да. Вы поняли, да? В этом как, есть. Как бывает. Да, да, да. Лежишь себе на диване и думаешь о чем-то. Да. Раз, и выполнил такое, да? Да. Угу. Так, ну где первая рыба? Так. Ух, ёперный театр. Ты решил распугать всю рыбу или что? Зафиксовано у тебя или что? Команда аквадискотека решила сначала прикормить рыбу на себя всю. Всю на себя. Так что, если что, кидайте в их зону, если что. На краюшек и будет нормально. Да, да, да. Что там, карасик? Да, карасик. Ну, молодцы, первый сектор впереди всех. На червя. Угу. 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 Хорошо.
Надо как-то его раздвинуть, да. Ну сейчас. Как вытаскивался карасик? Нормально? Легко, свободно? Даже не почувствовала. Даже не почувствовала? Да. Прекрасно. Ну все, уже можно, в принципе, заканчивать соревнования, да? Быстренько, да. Быстренько давать первое место и расходимся все, как в море корабли. Смотри, рыбак, смотри, красавчик. Да. Вот на ком делать-то надо контент, елки-палки. Сейчас он вытащит. Ну шо там? Так. Смотрите, какой вариант. Значит, жена вытаскивает, и муж сразу же, не теряя ни секунды, забрасывает второе удилище. Друзья, ну, пока вы вообще в каких-то лидерах таких уже... Ага, смотрите, на опарыша. Маленького карпика взяли. Это да, это карпик, да, это же не карась. Это да. Карпик. Угу. Все. Прекрасно. Ну все, вы уже в таких лидерах, что вообще... 2-0-0-0-0-0-0-0. Кроме них никто не ловит. Да-да-да. Я теперь понимаю, почему. У них правильная прикормка. Да, наколдовали все. Да, наколдовали, поплевали туда, наколдовали. Вот поплевали, вот точно поплевали. И тишина. И мертвые с косами стоят. Тут все свои. Пару слов о вашей жизни. Что там рассказывай? Что нету рыбы, да? Я понял. Нет. Рыбы нету. Давай я заброшу. Ты червяки только сожрала. Это опарыш, забрасывай. Что, это же самое бы забрасывай. Как забрасывай? Просто вот так берешь и бросаешь, да? Нет. Стой, сейчас. Так. Бросаешь ты, я вытаскиваю. Опа-опа-опа-па. Красавцы, красавцы. Во! Ну все. Да ты красавчик. Вытянул? Да. Есть? Есть. Ну все, красавчик. Рыба есть. Сейчас будет интереснее уже, да, Кирилл? Расскажи свои впечатления. Как тебе, понравилось тащить рыбу? Да. Классно? Она вообще так не натянула обратно туда, чтобы я аж туда, наверное, перекинулся. Да, молодец. Команда аквадискотека начинает нервничать. Нет? Абсолютно никто не нервничает, да? Уверена в себе. И молчат, и молчат. Вот Паша, хитрован. Кричать? Смотри, раз, есть контакт. Это уже три контакта. Так ты уже первое место, ёпарный театр. Какой они маленькие. Какая разница? А там как? Там пока два. Там тоже два. Да. А, три, да. Оу. Три. Играем дальше. Побегу. Макс, что же вы молчите и ничего не говорите? Молчат такие все.
Ну что там у тебя нашел, расскажи. Маленький крючок поставил. Маленький крючок? Угу. О, прикольно. А ну покажи его. Ага. С одним парашем? Прикольно. Смотри, как хорошо. Везет же людям. Так я так понимаю, сейчас вам начнут повезти. Сейчас. Сейчас все начнут говорить, подходить к вам и спрашивать, на что клюет. Тихо. Я отойду, подожди. Подожди, стой, ну, покажи оснасточку. Вот такая вот крышечка. С опариком. Ну-ну. Отлично. От нуля отошли? Да. Слава Богу, хотя бы не снылел. Слава Богу, хоть что-то, да? Хотя бы не так стыдно проигрывать. Хочу проигрывать. Надо выигрывать, алло. Конечно. У вас еще целых 3 часа. Да, знаешь, сколько можно расстоять за 3 часа? Друзья, не знаю, видите вы или нет, там большой поплавок. Игорь решил ловить толстолобика. В принципе, у него сегодня уже был позитивный опыт. Он утром проводил тренировку и вытащил толстолобика. Сейчас он, я думаю, таким вариантом, нехитрым. Ему достаточно поймать одного хорошего толстолоба, чтобы выиграть эти соревнования, по сути. Да? Он надеется. Это тактика? Тактика такая? Ну, надо что-то менять, если хоть как-то надо от нуля уходить. Я тебя понял. Правильно, правильно. Сейчас не только от нуля, еще и раз, и можно и выиграть. Ну, хорошо, давай. 1-2 толстолобика и вперед. Вот это все остальные сейчас увидят, ё-моё, скажут, блин, где наши поплавки, да, на толстолобика? А, есть, да? То есть, если что, если тут будет вариант, то быстрый переход, да? Да, посмотрим. 3 минуты и поплавки там. Да? Да. Ну, как бы, если толстого заловит, то вполне, вполне. Да, он сейчас одного толстого поймает, и все, и... И можно уже считать выигрыши. Ну да. Алло. Тихонько. Даже не отстрелил. Ну правильно, все отлично, правильно. На глазик. Угу. Опа! Второй. Ага. Молодцы. Молодцы. Есть контакт. Так. Красота. Да. Так, и вылезает пасочка. Да, готовая уже, красивенькая. Опа. Красота? С вишенкой на торте. Хороший забросик. В клипсу, да? Да. Угу. Так. Но... Появилась мысль. Так. А не попробовать ли гранулку? Но она размокает долго. Достаточно долго. И? Надо пробовать. Время идет. Да. И сейчас на гранули? Нет, червяк и опарыш. Ага. Кстати, эти позарились на бутербродик. И червяк и опарыш. Сколько там штук? 2. Как было, 2 осталось. Угу. Так, солнышко уже у вас начинает припекать, да? Да, уже висло. Уже хорошо. Да. А еще 2 часа надо тура просидеть. Боже, уже больше половины прошло. Да. А видите, там тенечек, красота. Аккуратнее, не торопись. Подводи. Подводи. Еще есть что-то? Да. Еще. Да, есть. Стой, не торопись. Да, вот, все.
Этот крупнее уже. Ого, крупнее. Покажи, я тебе говорил, жди удачи. Ого. Да, это уж крупнее. Класс. Класс, да? Да. Еще одну. Кирилл, надо говорить, я сделал. Смотри, сколько червя захотелось. Сколько червя. Что, неужели клюет? Я тебя сама залезу и на крючок. Да тише. Тихо. Есть сучка такая. Кобыла ты. Что-то. Ура! Боже, сколько я тебя ждала? 3 часа. Боже, маяки, вы не опозорились. Маякам нету позора, слава богу. Первая. Маяки, надо будет еще сплавать, обращайся. Хорошо. Так все, давай, выловили то, что ты позвал. Так это он вцепил, да? Это ваше, это вы вцепили. Четвертый? Так вы красавцы. Еще немножко, вы будете в лидерах. А у клуба что? Я не знаю. Солнце вышло. Солнце вышло, да? О! Это уже в папину ладошку. Так, ну все, это уже. А ну держи сам, держи. Ну. Ты Крик. Только сюда вот подойди. Да. Вот отойди, да, отойди. Помой его. Так, там что, грязь видно? А ну. Вот сюда отойди. Иди Кирилл. Сюда. На солнышко становись. Ну-ка. Вот так вот, Кирилл. О. Снизу вот так вот, второй рукой. Скажи, красава. Красава. Или карась. И? Ну, со своим даже плачевным результатом мы попадем в десятку. Есть? Ничего нет. Ну, в десятку мы же попадем. Елки-палки, я понял. Еще не конец? Да, еще целый... Да, еще 10 минут. Еще можно 10 карпов поймать. Ага. Что там такое? Что там? Что там? Ёперный театр. Вот это да. И вдруг Бермуды. Я себе представляю, когда вы вот это тянули, думаю, ну все там, да, что-то думаю, такое. Я мертвый зацеп, вижу, пошел. Тяжело тянется. Так, ну вот. Тогда всех с ним, да. Всех с ним, да? Всех с ним, какая разница? Ну, ну хорошо, давайте так. Веса больше будет. 0,6, да? 600 грамм. Тань. Пиши, 600 грамм, первой команды. Да, написал. Нет. Есть. Ну, взвешиваем вместе с весом нашего... Не вычислять, да? Да. Пацака. Садка. 700, 0,71. 710 грамм, да. 710? Да. Так. Забирайте. Не сами, сами выпускайте. На, это вымок выпускать. Мой пачка из садок, это же болото. Да ладно, высыпала, больше веса будет. Высыпала и все. Я, может, по одному хотела. Аккуратненько. Сюда его. Сейчас. Вместе с подсаком получается, с садком, с подсаком вернее, да, 0,31. Выпускать ее? Да. Да. Можно было и побольше. Иди сюда. Берешь? Это да, можно взвесить отдельно карася. Один, 3? Все правильно? Да, да. Четвертую не захотели считать. Не захотели. Все по правилам, все честно, да, Кирюх? Угу. 0,65. Все хорошо. Тань, 0,65 записала? Проверил? Для
650 грамм, можно да. Отпускай, да, сразу? Да, нужно. Кирюха, а не, большого, большого надо взвесить. Вдруг бери он... маленькую, отпускай. Давай. Отпускай. Две штучки. Показывай, как ты любишь рыбу. Подходи ближе, отпускай. На. Еще отпускай, одну еще отпускай. Маленького. Поменьше. Давай, покажи, что он. Не хочет. Подружился, да? Да, почти. Давай, так, бигфиш у нас, мы его посчитаем без веса подсаки. Головы, головы подсаки. Прямо образом. А, руки, вон там тряпочки. Она стоит, она весит 200 грамм. Минус 200. Получается 220 грамм. Пока, да, одна рыбка 220 грамм. 220 грамм, Кирюха, ты вытащил карася. Все, отпускай его, бери, отпускай тоже. Что-то осталось. А давай. Все. Это? 4 вон 5 положи. У него тоже. Покрупнее, чем у нас. Да? Мы крупненьких добывали. В этом районе. Виталий. 0,71. Тоже 0,71, как и у тебя первого. Да. Вот мы разжили первого. А? Тоже неплохо. А там тоже 710, да? Да. Так, проходим мимо. Мимо, да, мимо. Проходим мимо. Команда, проходим мимо, да? Надо было так и назвать. Команда, проходим мимо. Команда торнадо. Торнадо? Да. Нагнали ветры тут или нет? Ого. Да. Ого. Вот они главные. Давай. Что там? Ого. Главные претенденты. О, половина. Сейчас уйдет, уйдет. Беги. Только без, без этого. Без травы. Без травы. Все, пошли. Вешаем, подожди. Смотрим, что тут. Так. Пусть она будет. Да? Проверим. Что ж такое? С виду может казаться все, что хочешь. Там нету? 0,89. Почти килограмм. Все, пока первое место. Тарррррррр. О, больших надо, нет, забирайте. Больших нет там? Да, видно. Ну, давай, давай, извини, тебя же отпустили. А уйдет, уйдет. Сейчас уплывут. А большого не взвесили? Нет, он не такой большой. А он? Вон он ушел. Давай, давай, давай. Он совсем небольшой. Команда, куда кидать? Так не поняв, что это, да? Так все, это все-таки осталось вопросом. Название команды осталось вопросом? Сейчас проверим. Опа, 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 опа. Вот туда, Саша. Тут что, разматываем или что делаем? Всем интересно. Сколько там колосей? Вот, хорошие есть. Ваши весы поломались. О, кстати, там есть бигфиш. Там есть бигфиш. Хорошо. Ты бигфиш. Что, три? Четыре. 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 Все на месте, да? Да, четыре да. Было, да. Все четыре. Три. Секунду. Первый. Это последний флаги. Тихо. 0,95. Ого. Первый. Кто? У вас сколько? 89. 0,95. Ребята, вы лучше. О, да! Ура! Чуть-чуть затянули. Так, надо было еще одну купить. Давай еще, смотри, уберите, пожалуйста, поставьте самую большую рыбу. Вот это было, оставьте. Мы сейчас его взвесим. И посмотрим, у вас ли бигфиш или нет. Ну, по-моему, этот самый большой. У нас была идея грузила. А что, 6 килограмм? Это смех сарказма. Так, ну что, 240 грамм. Да. Почти карп. Не дотянул ты немножко.
20 грамм не дотянул. Да не главное победа, участие. Правильно. Да. Участие. Два ваших, два приза. Все еще впереди. У него тем более. Конечно. Что там? Он сейчас как кинет, как на десятку поймает, всех здесь поймает. Все. Да. Так, все, мы сейчас быстренько, давайте собирайтесь. Мы пока подводим итоги судейства, подводит итоги. Итак, друзья мои, хочу всех поздравить о том, что сегодня мы провели прекрасный турнир, семейный рыбацкий турнир. Все для клёва. Поэтому попрошу всех поприветствовать всех нас. И слава Богу, что все так произошло. Слава Богу. Все ждали, что будет больше рыбы. Но, к сожалению, на соревнованиях всегда так случается. Даже на тренировках, когда ловится много рыбы, когда в тур входишь, обязательно какие-то бяки получаются, что-то не так идет и не находится ключик к рыбе. Почему так происходит? Потому что все закармливают, рыба офигевает вот с такими глазами, что столько корма, не знает, что ей делать. И кроме вашего маленького крючочка, она видит еще много корма, который кушает. И поэтому, возможно, одна из причин, что был перекорм этой рыбы. Ты смешно, да? Правильно. Итак, тем не менее, у нас есть результаты. И эти результаты мы сейчас оглашаем. Итак, почетное 7-е место занимает две команды. Команда «Рыбацкая беседка» Андрея Елона. Прошу сюда. Поприветствуем, друзья. Вам грамота наша вот такая красивая. И от компании «Коматек» на 5% скидка. И плюс крючки, маленький крючок. Это фишка сегодняшнего соревнования, надо было ловить на маленький крючок маленькую рыбку. И вы точно бы ее поймали. Поэтому ловите на крючок все для клёва, и у вас все получится. Отлично, спасибо, ура! Так, 7-е место, 2-е. Это у нас команда Twix. Игорь и Галина. Подходите сюда. Поздравляю вас. Поздравляю. Вы хотели поймать большого карпа, но не судьба. Это вам. Значит, плюс... Карпа тоже хотели бы. Да, подожди, это для жены тоже. Еще тоже 5% от компании «Коматек». Значит, вам тоже от компании «Коматек» на 5% скидка. И крючки, и все для клёва. Самые острые, самые тонкие крючочки, которые вот надо было ловить. Спасибо. Ну, спасибо. 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 Есть. Так, 6-е место. Команда МЛС Леонид и Светлана. Поздравляем. Где? Сюда. Наконец-то вы поймали этого карася, у вас это получилось. Поздравляю вас, поздравляю. Это вам. Особенно, да. 5% скидка от компании «Коматек» и крючки, тонкие крючки, которыми нужно было ловить. Да. Держите. Спасибо. Это вам. Спасибо. Есть. 5-е место. Команда «Баунти» Денис и Татьяна. Подходите. Денис, Татьяна, поздравляю вас. Поздравляю. Спасибо. Это вам. И от компании «Коматек» 5% скидочка на их продукцию. Самая качественная одежда. Острые крючки. Да. Спасибо. Есть. Так, 4-е место. Правильно? Да. Правильно. Шарпхук. Подходи. Поздравляю. Орел, орел, поздравляю. Так, вам грамота, держи. Спасибо. Ну еще вот такое награждение. Так, держи, это тебе, это твоему папе. Крючки, это тебе, это твоему папе. Ну и невозможно, невозможно не дать приз зрительских симпатий этому молодому человеку, да? Согласны? Поэтому снимаем эту кепку. Надеваем кепку «Все для клёва». Ура! Так, итак, переходим к самым главным претендентам на сегодняшние призы. Третье почетное место заняло две команды, друзья мои. Две команды, это вообще. Давно такого не было, вернее, ни разу не было. При том, что мы проводим первый наш турнир, но при этом сразу же так получилось. Будем в следующий раз знать. Значит, третье призовое место. Матвеев и компания. Дмитрий и Наталья, подходите. Значит, вам грамота о проведении. Спасибо за участие. Так, вам же крючки.
держите. Тонкие, значит, у вас сертификат на 1500 гривен на приобретение продукции компании Комотель. Поэтому кепки, штаны, обмундирование для охоты, для рыбалки, все вам. Уже на мне. Все вам. Так, подождите, это все, подождите. А, нет, они уже полторашки. Так, подожди, подожди. И у вас еще футболочка. Фотозона. Футболка все для клёва. Приезжайте на ней на Днестр, одевайте, и ни одни браконьеры уже вам не страшны. И за деньгами ко мне не подойдут. И к вам за деньгами никто не подойдет уже. Все. Спасибо. Так, и третье место еще аквадискотека. Максим и Руслана, подходите. Так, значит, сертификат на 1500 вам обещает компания Комотек. Обещаю, прийти. Дивіться, питань немає. Просто сфотографуйте зараз ту грамоту, і просто скажете, давайте. Вот она. Так, хорошо. Вот вам вручается, вручается вторая вариант от компании Комотек. Да. Вам грамота. Подожди, у меня просто здесь написано все, я тебе потом отдам ее. Ну давай сразу. Короче, на своих грамота. Сэкономить. Да, 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 да. Ну, кружки потом вам вернем. Хорошо, понятно, короче. Все, все сами понятно. А? А, да, да, да. На тебе кепку мою. Саш, ну ж мені її обіцяли, Саша. Ви ж мені цю кепку обіцяли. Почекайте, на вас отдельно є. Так. Второе место. Команда Торнадо! Павел и Татьяна, поздравляем вас! И собачка. Держите, спасибо. Чек на 1500 гривен от компании Комотек. Поднимите ее тоже, собачку. Так. И так как уже у нашего Павла есть кепка «Все для клёва», поэтому вручается точно такая же. Кепочка. Спасибо. Для Татьяны. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Ну и куда кидать? Подходите. Первое место занимает команда «Куда кидать». Вручается вам грамота. Поздравляем вас. Поздравляем. И на 2500 гривен вот такой вот сертификат на получение продукции компании «Комотек». Поздравляем вас. Супер. Ну и чай будете пить по очереди, с кружки «Все для клёва». Надеюсь, она пригодится вам для чаепития, кофе и, там, и так далее. Всегда с нами. Всегда. Ну все. Спасибо большое. Спасибо. Так, друзья, подождите, не уходите. Ну и так как вы поймали самую большую рыбу, Big Fish, это приз за Big Fish. Вот большой такой термос. Вот термос как раз именно для кружки, в которую будете наливать чай. Спасибо. Все, поздравляю вас. Так, теперь прошу всех на общее фото. 3-4. Ура!